Блогер Алексей Авдечев показал, как выглядит зимой Серное озеро. Оно расположено на территории курорта Сергиевские минеральные воды в Серноводске. Здравница открылась в 1833 году. В течение 19 столетия на Сергиевских водах лечились многие известные люди России. Писатели Аксаков и Гарин Михайловский, композиторы Алябьев и Чайковский, математик Лобачевский, химик Клаус и другие. В советские времена это был один из знаковых санаториев по Волжье. Поездка в Серноводск была доступна каждому, кому для поправки здоровья были необходимы сероводородные и грязевые процедуры. Сегодня санаторий переживает не лучшие времена, но все же функционирует. Озеро принимает в себя воду из четырех источников, богатых сероводородом, пишет автор. На холод в квартире жалуется блогер Элена. И прорывы теплотрасс тут ни при чем. А криворукие подрядчики, делавшие ремонт. В последнее время ситуация с отоплением очень неприятна во всем городе, пишет автор. Но конкретно в моей квартире она досаждает уже вторую зиму, после того, как в нашем доме сделали капремонт и заменили батареи. В одной комнате из трех температура держится на уровне 11-16 градусов всю зиму. Мы ее просто закрыли и используем как холодильник. В остальной квартире тоже не такая Африка, как было до капремонта. Приходится периодически подтапливать электронагревателем. Приходила уже куча комиссий, смотрели, разводили руками, показали нам некую бумагу, якобы с нашей подписью, где написан наш отказ во время ремонта от вскрытия пола с целью проложить там трубы для утепления. Что интересно, тема утепления во время ремонта в принципе не поднималась, поскольку работы делали летом и никаких проблем с отоплением до него у нас не было, отмечает автор.